Нурлан Нигматуллин в рамках предвыборной агитации партии «Нур Отан» встретился с шахтерами, представителями образования и медицины Карагандинской области. Для решения жилищной проблемы партия планирует дополнительно построить 103 миллионов квадратных метров жилья. Поэтому намерены привлекать инвестиции в каждый регион и повышать квалификацию специалистов отрасли. «Нур Отан» проводит работу по обеспечению больниц необходимым оборудованием, усилению санитарной службы и модернизации лаборатории. Для развития образования будет построено 800 новых школ, ведется отбор качественных учебников. Он добавил, что к 2023 году зарплата врачей увеличится в 2,5 раза, а учителей в 2 раза в 2024 году. Нур Отан партиясынын сайлоу бағдарламасы. Особое внимание было уделено строительству, развитию производства, социальной сферы, поддержке малого и среднего бизнеса. Это очень важный вопрос для каждого казахстанца. Об этих вопросах сегодня шла открытая беседа на встрече с шахтерами, врачами и учителями.